понял. Потому что сначала на нем царь сидел. Что, он не зайдет больше? Он не хочет Ивдой, да? Я хуй знаю. Если честно. Так, так, так. Что мне... А, во. О, как ярко. Вот, что с этим говном делать, нахуй? Бля, даже дизенчанта нет. Если там надо, кому я могу прыгнуть на виклик. Давай заходи. Давай, заходи. Кто у тебя есть? Рпал. Заходи. Мастера, ты чё пытаешься меня с флаской передамажить? Так я фласку 33 минуты, алё. Я даже хастпоты пью, прикинь. Потому что я чё-то хочу. Ну ты лох. Надо как нормально... А кто спулил? Вар, Оркафина... А, это Якутия она? Нет, не Якутия. Сам блядь, Якутия. На самом деле у нас какой-то Герен нахуй пулил. Там взять босс трэш есть, там побить его можно. Там не под боссом он есть? Меня вот что-то понял, так бесит, что ли? Чё, не любишь трафик переключаться? Сижу АФК, жду, пока босс вылезет. Нормальные ДДшники, Д6, трэш не свичаются. Они просто проки, они даже не умеют отмазываться, они просто проки берегут. У меня нет даже лапы, к сожалению. Мать, даже лапы нет. Войд, бафта лап. У меня даже шмота нет. 6 брулей на полете. 5. Не надо преувеличивать. Да, согласен. Зачем вы преувеличиваете, что он D6? D5 вполне хватит. Ну, апнул D6 без T5. Вот когда 25к будешь без T5 давать, тогда поговорим. Сними ты вообще T5. Че по ДПС? Ну и че, 16к выйдем. По трэшу сыграли? Если бы войды мне всякие не говорили, когда я Т4 бегал, гимны юзать. Да, Войд? А Гера-то нужна или нет? Да, давай Геру. Геру, 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 Геру.
Ставьте портал в шатрат. Маг, маг, портал в шатрат. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнования будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. А сейчас можно ХПС? Тут у ДЦ на третьей фазе абсорб не работает. Да пофиг. Просто интересно. От дебафа не работает. Походу вас на маунты кинули нахуй. А чё, первый магик или грул? Я забываю. Грул. Ну, что скучно стало, вы начали мне заметку писать? Каждый скинулся по минусу, что ли? Это же не минус, это смайлик такой. Покерфейс. И что он обозначает, что я полупокер? Чисто похуй, Dead Inside. А вообще означает то, что минус на минус дает плюс, по факту. Все, остальные шмотки в конце, да, паролем? Или чё? Наверное. Но это не точно, знаешь, по настроению Уэйда. Вы, блядь, что сюда, за шмотками пришли или за квестом? Не, вообще лайфхак, лайфхак на будущее. Если все начнут выебываться, то он разролит шмотки. А если все будут молчать, как дебилы, то он заберется. Да мне хоть нахуй развыебывайтесь, я сказал в конце рейда. Еще вопросы нахуй. Написал в чат. Челик пишет. Я форум, я ДССИ говорю лапу на своем форуме, дурачок. Написано в конце рейда. Вот этот чел уходит, у него КД на глумайк. Разролили, ему скипетр нужен. Ну, он пароль. Я набирал людей на 4 рейда. Джакобасник, он в рейде пишет.
Значит, ЖК-бас нас обманул. Если мы набирали на 4, а он только на 2. Обманул, значит, не ролит. Правильно, правильно. Я всегда, когда на что-то КД, я молчу, а потом ливаю и говорю, ой, сори, у меня КД. Вот ты иди, так, значит, ты с таким отношением не будешь ролить посох. Люди с таким отношением, блядь, я не знаю, зачем они плюсуют в рейд на 2 рейда, когда я на 4 собираю. Нормальные люди пишут об этом, я говорю, сори, я собираю на 4 рейда, чтобы потом не добирать. Кликните на сум. Дискорд не зашли, пошел нахуй, никакого ролла. Меня вообще не ебет это. Ну, ждем, пока войду бан кинут. Хуян, кто мне тут бан кинет? Ну там лапу на форуме пососет, блять, а не бан нахуй кинет. Товар чё за хуйню пишет? Да тоже дурачок, оказывается, он на 2 рейда хотел идти. Кстати, у меня важное заявление. Меня завтра не будет. Ты беременна? Вот. Меня завтра не будет, так что как-нибудь там без меня. О боже мой, да всем насрать! Ой, прости, пожалуйста. А чё завтра будет? Вырвало. Грамир. Что будет? О, там же этот... Кодзима гений! Кто? Кодзима гной? Гений Кодзима. Мастер в мут. Такие слова. Red Dead and Dev... Не, как там эта игра, блядь, называется? Death Stranding. О, Death Stranding. Не знаю. На работе слушал, меня, извини. По трейлеру это вообще... Это вообще новый век просто игр. Чувачок с ребенком бегает нахуй на этом... На грудаке. А кто это? Врать не имею. Хидео Кодзима это топ-1 разработчик игр на данный момент всего мира. И что он разрабатывал? Ну скоро выйдет игра Death Stranding. Ну, посмотри на ютубе трейлер. Ой, жопу твою. Чё? А чё он разрабатывал? Ведьмак 3 не разрабатывал, нет? Он чё, поляк нахуй, он, сука, тогда, японец либо китаец. Тогда он дурачок. Бой тоже мог. Вот и порешили, всё нормально. Сейчас у меня полчаса осталось, алё, блядь. Пульте, вперёд. Чё расслабились-то нахуй? Дождём. До 6. Извините, РПК.
Ставим шкаф быстро, Локи, 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 шкаф. Быстренько, быстренько. И суммоним вазелина. Назади далеко. Матума, ты придешь сюда, нет? Может суммануть меня? Стоит нахуй у шкафа в рейде, можешь суммануть меня. Чисто суммоним за 5 шагов. Царское это дело, блядь, ходить. Ходить. Да у меня руки заняты, блядь, в телефоне. Ну так, блядь, как-то надо поддерживать, когда сосёшь. Ой, блядь, не то, не то, не то. Винара на 3 боссов на левых. Волман на 2 правых. А на центральном кто? Это ты на 3 левых, на 2 правых. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 2 плюс 3 будет 5. Где трет? У нас 2 танка. Мастер, мастер, ты по своему. Так больше еще один. Больше его нет. Он ливнул, сказал, на форум пойдет писать на меня заяву. Заяву когда? Да, что случилось? Хочет скипить. Да, он пососать хотел. Пососать хуй хотел. О, полиморф. Добро пожаловать в мир царя. Добро пожаловать, Алиса, какого хуя ты творишь, бля? Вон сон на меня побежал. Второй полиморф. Ой, его уже бьет. Хилить будете? Нет, блять, у меня уже ревностность сработала. Здравствуйте, хилы. О, привет. Не, если щит снимут, у нас ДПС поднимется на 75%. Слабо, бы. Волну, забирай одного. Тихо. Его притянуть нужно, но он не идет так, видите? Я притягиваю. Ну, стоит. Гандон. Усу. Киньте второго. Бля, там еще один. Паршок. Паршок, говна мешок. Бля, он дамажит. Кто-нибудь из хилов по хитке на вихре, если что. Тебя шотни звук тычет. Они хилят с половины. Там два хардкор и его лекси. Хардкор-то ты в Дисе? Ты же шарпистол, скажи, что ты будешь, блядь, играть эту игру. Хардкор, ты будешь? Конечно, буду. Хардхорд, ты в Дисе? Сука. Я не хочу таким людям Т4 отдавать. Не, вообще я буду играть Last of Us 2. Вихарь. Хильте меня. Не хильте. У Моторма не хилить. Но нахуй, а чё, за что? Почему я? Сокрушитва.
Благодарю. Чё там, охотник, ДК, маг, чёрный книжник? Говно. Ты просмотрел? Что? Ну там такой токен, да? Ну, я ж сказал. Херня. Это на поезд. Ща как кину ролл, нахуй. Миллион. Какой-то нунейм кидает ролл, не видел его ни разу, дам ханту. На турнире надо было ханту олей. На пульте, пожалуйста, беспредел. А можно еще сюда босса привести? А может не напуливать, там АДК срывает. Кингайз. Кингайз, ты меня слышишь? Король Дана. Да. Кинешь обмен. А кому? Я, если узнаю, что ты только что продал токен, нахуй, ты получишь ГП за этот токен. Вообще-то я его просто отдаю без голды нашему Сагильгейцу, нежели ханту с Дум. Но так как ты открыл рот, сейчас все будут говорить, что я пидор. Да, тихо. Да, пидор. Тихо. Отдал, молодец. Придется минус на плюс тебе исправить. Ничего, лежите, вставайте. Тут бежать 5 метров. Что вы косты собьете там? ДК танки, например. Я в ферии бегаю, там косты. Ставьте шкаф. Вот. Привет всем. Здорово. Нет, 15 минут, здорово. Лохи шкаф. Выключи микрофон, кто там шпит. Тыкните. Вы на груль магики? Да. А места есть? Нет. Пока фул. Мы в обычке на виклике, а не на груль магики. Один хуй. Блять, хочу себе инженерку только тупо ради очков. Охуеть как хочу. Дайди по пристам газ. Ходи дальше. А чё у тебя за профы? Блять, сейчас. А, кожа, Юва, уложение чар, кузнечное дело. Я могу отменить кожу, потому что типа у меня описывает запу, и она мне вряд ли пригодится. Если чё, чарка не остается, она тоже отменяется. О-о-о.
но не будет просто активными. Но Волману, пожалуйста, напуливайте. Эвинар, АДК и так наберет агро. А можно в слово атака пулять на? Это конченая женщина. Сбежались. Вы бы знали, как я давно этого босса не танчила. Теперь надо так пулять. Чё, можешь Геру? Давай Геру. Ебать, не мота кинула. Когда я моржму, гитара. Разбежались. Подхиль. Еще подхиль. Не надо подхиливать. Накиньте, блять, на пол на Волмана. Вы глупые, что ли? Он мой вот реально милик сейчас какой-нибудь умрет. Вот в Гере бы у вас уже давно милик сдох. Да там на тебя столько напула не найдется. Здесь нет столько напула. Ни одного не было на пулу. Вернее, один от Морфиса был и все. 4 на пулу в рейде. Два ханта, два в Гороге. Ты не поднимешься. Чё на меня напулить? У меня 10 лямов агро. Отличный вопрос, задай его в Роге.
Макс, сразу порт шатра ставь. Но он же мне ебашил по 25к, значит, надо напуливать. Портал, звездочка, идем, летим на магик. Первый и второй по агро должен быть танки. И первый был по агро я, а второй был ты. Ума не был второй. Я говорю про Ума Туму. Поэтому и должны напуливать на были на протопал, а не... Ну... Чтоб он не поворачивался, лишнее не давал. Не точь. Вот точь. Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот у меня пинг 56. У меня такой всегда пинг, но у меня дико фризит, это нормально. Спасибо за ответ. Это может за сервер, а не за твоего пинга. Возможно. У тебя фризит в смысле, может, из-за FPS фризит? Нет, у меня именно как будто бы этот пинг под косарик, да, но типа 56 уже сколько времени показывает. Не, у меня сейчас тоже фризило на руле, это сервер был. Окей. У меня 200, это значит то, что я не смогу так нормально танчить, потому что это ужасно. И мне приходится раздавать телефон на интернет, у меня пинг 80, это тоже не очень хорошо. Алиса. М. Ты видишь, когда в центре экрана идут такие секунды? 5, там, 3, 2, 1, и потом слово «атака». Да. Ты можешь пулять на слове «атака»? А можно? Кто его спалил, потому что это было... Алиса, не надо пиздеть, я видел, когда ты начала бежать уже на третьей секунде. Но в первой ты его уже спулила, поэтому я и пропил припод. Я начала бежать, потом я остановилась, и кто-то его ебанул. Нифига ты не останавливалась. Там даже ЛПшка влетела. ЛПшка влетела, потому что кто-то на босс побежал на какого-то челика. Ай, блядь, ладно, с тобой вижу смысла вообще спорить нет, блядь. Никогда не признаешь свою шутку. Ну, с тобой тоже нет смысла спорить, когда ты не прав, и все говорят, что ты не прав, ты всегда будешь доказывать то, что ты прав. Интересно, кто говорит, что я не прав тут, нахуй, если все говорят, что ты не права? Я не про эту ситуацию так просто всегда. Я не хочу больше так спорить, всегда, да? Так что... Всё, закроем тему. Да ты не переспоришь мастера, понимаешь? Мастера никто не переспорит. Переспорят не только люди, когда, блядь, доведут меня аргументами. Никогда я в никаких спорах, блядь, у вас я не вижу. А вот как я докажу, что это не я спулила? Вот что я нахуй сделаю, я не знаю. Смотришь потом на канале Вайда, мы скидываем. Кто это поставил? Видел кто-то? Кого? Вот это мне не написано. Кто поставил? Может мне сказать кто-то? Это игрокик, ну нахуй. Долбоёб, засунь себе в жопу это. Ебать, я туда нажала. Господи, где? Кто нажал, туда ещё хуже, нахуй. Есть такая штука, но она у меня сейчас без КД. Могу линкануть. Дискорд. Восстановление 1 час написано. Дебил, ёбаный. Вот, показываю наглядно. Вот я вот кастую. Она у меня не в КД. Видишь, я кастую? Тикайте. То есть я сейчас её поставлю, и видно, что она у меня не была в КД. Гуляйте, трэш.
что там, поставили машину худовара? Да. Куда дурочки сразу цепить начали. Мне стало интересно, что произойдет. Помянем. Фишки. Что-что? Фишки, говорю. Это ты, что ли, поставила? Нет, конечно. Но я догадываюсь, кто. Этот негодяй, который совет дает с брюлями больше, чем... меньше, чем я котом, без брюлей? Не знаю, о ком ты. Сколько вам осталось еще? Ласт. Сбор 18.30, я правильно понял? Это в целом 25 хм сбор. Да, я понял. А что, брюль магигер еще должен быть, да? Да. А нахуй надо его? Надо. Мы можем завтра его перенести. И сбору сегодня просто пораньше начать. Нет. Мы можем просто побыстрее все делать. Магик же первый, да? Еще, может, если кто-то еще прилетит, присмоним, быстрее соберемся. Да мы же и так все на магике. Силы чё, АФК что ли? Да нет, ты просто D6 касты сбил. Не обязан. Обязан. Вот видишь, войда мы не заебываем за то, что он, блядь, не бил кэш, потому что он поставил себе Т5, на. Я потому что больше 16 не могу дать. А я не пойму одной хуйни, почему у тебя 13 кдпс, но ты выше по нанесенке, выше меня. А я даже не замечал этого, не знаю, что это было. Это все рейды нахуй, начало, блядь, сколько я видел, хуйня у тебя была. Может быть это из-за того, что у тебя крита больше, у меня там крита, по-моему, 45 что ли, или 46. Нет, по идее не должно быть, если ты даёшь больше. Можно я скажу? По шкаде у Вайда больше ДПС, чем у тебя. Возможно, дело в этом. По шкаде? По шкаде. ДПС и нанесенного урона. Именно ДПС. И нанесенного урона тоже. Не знаю, но Войд почему-то в рекаунте багнут нахуй. Это начало, блин, сколько тут играем. Бреннера не ставь лучше на кубы, он тут первый раз. Какой Бреннер? Ну что делать, скажите, я сделаю, господи. На кубах стоят метки. Я поставил на людей метки. Давай, говори там, что там. Сейчас я зайду. Дайте каску по блистам. И лапу. Чёрт. На пул отдаём все ханты и роги. На кружок, на ивенар, на кого угодно. Дух стаи, оф не фортри. Прикиньте, я половином каз был, блин. Как вообще не буду? Прикинь, я D6 бомжей дал. Стреляешь, стан сбивается. Каз сбивается станом. А еще тарелкой можно. А еще у нас весь рейд коров. Можно расовую нажать. Не, я когда расовую, блять, нажал, у меня уже в гимнише пошло. Кто-то уже, блядь, нажал. Угадай, кто сбил несколько костов сразу. Конечно же. Алиса, не ты. Вообще будет. Давай договори. Чё ты говоришь? Вообще ты мне
Вот смотри, когда мы апнули, да, с царем ранги, D6, царь задал 200 ЕП, а мне все осталось. Ну так, ты заметил соотношение ДПС 20к, 200 ЕП, 15к, 150 ДПС. А, соотношение шмота тогда, скажем так. Какое нахуй соотношение шмота, блять, лу, блять, а соотношение нанесенного дамага, блять, потрашу, блять, заебал нахуй. Секунду. А че это вообще такое, за че говорить, че за D6? Не знаю, че за споры нахуй за ебучие ранги, блять. Я вообще Т4 нахуй, закройте свой рот. Так Т4 это максимальный. На танков и хилов Т4 это максимальный. Для хилов Т4 это максимальный, блядь. Какой там для хилов, я не помню букву. Тоже Х4, вроде. Х4. Х4, блядь, а не Т4, нахуй. Там я русские буквы использую. Алло, заведите нормально магика, нахуй, сейчас милика всех откинет. Я не знаю, как он должен стоять, я тут чело последний раз полгода назад. Так, Т3, да, понижаем. В смысле? Сейчас изменим, ебать. Ну, по факту, я 265 клюв. Да это похуй, как хоть 280. Тьму еще, блядь, будешь мне танчить. А как он стоит? Ты тьму танчила? Раком. Да, танчила. Точно? У меня просто не получалось, но как-то я танчила ее. Будешь танчить. Прошу, танцени РС тьму. Прошу, танцени РС тьму. Давно еще. Кубы 15 секунд, пошли по кубам. По кубам пошли. Метки. Шедер, Валтер. А я, блядь, тоже метка. Беги быстрее, народ, на луну. Ты что сделал? Беги на луну, блядь. Ты что? Ты на меня метку поставил. Я пожал. Нахуй ты на меня метку поставил, скажи. Смотри внимательно. Кубы, это говорит, погин кубы, РДД в рейде, блядь, на метку. Кубы, говорит, кубы, блядь, сам с луной, блядь. Короче, не затанчишь тьму, будешь не смотреть на шарики и делать какую-то хуйню, я тебе понижу ранг. Кстати, танки с рангами тоже будут какой-то ИП получать, я пока еще не придумал. Там будет какой-то бонус. Тебе тоже. Фервард, нажимай ты. Только хочу брейнтролли. На ретрик. Дей. Из-за осколков ебучих не могу пойти. Ты соберешь, то потом идешь. Это кубы 5 секунд. После откидывания кубы. После откидывания, если тут нихуя не починили. Да, после откидывания. Прожали. Красиво. Сука, кто там тормозит? Это Агиру давать? Давай. Ты еще должен был ее дать нахуй на первых кубах. Нихуя себе ты зажрался, говорит, из-за осколков ебучий. Зажрался, блядь. Полтора месяца без шмота, нахуй. Ждать в очереди, блядь. Больше все. Кто из нас слабее? А тебя что, в хаме не будет, что ли? Ты мне? Я Юки. По кубам пошли. По губам? Можно по твоим. Я тоже так послушал. А, я же забыл, я же у Юки в часе. Спросите у Юки, будет ли она в хэме. Маша, ты не пойдешь в хэм с ЛК? Ну, если успею вернуться, то пойду. Слышал, мастер? Слышал.
Я помню, как там мастер в ЧС, а он тоже этого не заметил. Сначала грув магики. У меня он тоже в ЧС, я не слышу, что он говорит мне. Так я так сразу сказал, что я у него в ЧС. По кубам пошли, по кубам. К убам. Не Г, а К. Анальным кубам? Что? Что, блядь? Почему рога поебало получает? Мастер, тебя хули все в ЧС кидают? Может, проблема в тебе? Нет. Проблема в том, что они не любят матов. А я тогда залетел и сказал ей нахуй свою мысль. Мастер, давай я тебе потом, как-нибудь, когда буду свободна... Дашь? Подробно... Нет, подробно, досконально. Опишу тебе в ПМ, какой ты человек, и почему тебя многие не любят. Как тебе сказать-то? Мне похуй. Я просто выскажу свое мнение. Дракон упал! Мне твое мнение вообще не интересно, потому что я знаю, что твое... Вот твое просто мнение неинтересно по той причине, что я знаю, что у тебя искажено твоей, блядь, фантазией вообще никакой, да? Мешок народа. Нет, все чисто по факту. Мешок ты народа. Ты просто мне умудряешься говорить, что я это... Честно, мешок я... народа? Мне этого нет, хватает. Нет! Нихуя, два маунта сейчас будем ролить. Да. Сейчас войт скажет, маунтов нету, да? Для бутылки. Кончились. Кончились маунты. Давай, Мак, сам уже Т4 выигрывай. Не хочу ролл в проем. Кинь 800 ЕП пока. Ша кинь. Я кину. Почему ты мне на катану не упала, нахуй? Хант, ДК, маг, лок. А Тёма будет в хэмине? Маг будет кидать ролл? Маг кидает? Ну же хант, нахуй. У Масурма тебе по второй стороне мне дали. Смотри, смотри, какой ролл проебал. Ну, пускай одевается, чувак, блядь. Там думка... 29! Помойка! Где у меня ровно? Вот 82. Бреннер 92. Бреннер 92. Ну, нормальный чел выиграл с X1. Уважение. Так, еще и сюда с X1 приходит. Мак, поставь этот порт, пожалуйста. Куда? В Даларан. Любой маг, любой порт в Даларан. Там, во, даже два мага. Ох, поставили, два порта. Чё, можно никуда не тпшиться? Будет маг? Вася, зима. Геры будут войд? Ну, конечно. Сейчас я зайду на потрясающего паладина. А он не был с нами в этом. Или, значит, или можно хард-хорд. Этого? Нет, следующий. Хард-хорд. Уже только на Грул Магик. Ладно, мне надо идти на полчаса. А вы начинали сбор?